Хоккей вы играете уже много лет. Сложилась ли в команде настоящая дружба? Я думаю, что да. Без этого бы не было до сегодняшнего дня. Я тоже считаю, что в команде появилась более сплоченная атмосфера, и эта игра последняя все доказала. Мы с лидером группы просто на равных боролись, где-то просто чуть-чуть не хватило везения. Вы чувствуете себя большой дружной семьей? Обязательно. Да, мы большая дружная семья. Я думаю, еще будем встречаться. Никто друг друга не забудет, и это останется навсегда в жизни. Все. Много лет играете вместе. Сложилась ли в команде настоящая дружба? Конечно. Да. Да, сложилась. Ну, за столькие годы, конечно, сложится. Мы стали семьей. Как? Стали семьей. Сложилось, конечно. А было такое, что доходило до драк между собой? В хоккее это вообще мужская игра, здесь без драк не бывает. В команде. А в команде нет, конечно, между командами. Согласен, в команде не было инцидентов. Вы чувствуете себя большой и дружной семьей? Да, именно так оно и есть. Да. Thank you.